на такой футбол, и не все взрослые команды способны. 17 и 18 декабря в спорткомплексе развернулась настоящая футбольная баталия. 12-13-летние парни и даже девочки были среди них, по полю носились на большой скорости, не забывая при этом забивать голы в ворота соперников. Сегодня проходит междугородний турнир, посвященный летчику-испытателю Геннадию Анцыбару. В турнире принимает участие 8 команд. 2 команды с города Ахтубинска, с Волгограда, 2 Знаменск, Волжский, город Астрахань. Игры проходят на хорошем уровне, команды подготовлены, привезли хорошие составы, победит сильнейший. Первый день соревнований не выделил лидера, да и на второй день, кажется, все игроки были равны. Представьте, 3 игры были в ничью, и чтобы выявить победителя, пришлось с 11-метровой бить пенальти. Зрители болели очень сильно за ахтубинскую команду, кричали, свистели, волгоградские дяди и тети тоже шумно себя вели. И, наверное, это помогло их команде «Ротор-2» занять первое место. Второе досталось команде «Ротор», тоже из Волгограда. И третье заняли спортсмены Ахтубинской детско-юношеской спортивной школы. Кроме кубка, медалей, ахтубинским футболистам Константин Павловский, их тренер, вручил большой, очень вкусный торт. Заслужили. Владислав Лихварь, Юлия Баховская, Ахтубинск ТВ.